Get your thought device today. Get connected straight away. Yeah, been there, done that. Skip the foreplay, bot. Whatever that guy's been smoking, sign me up. Welcome, comrade. That's some interesting art.
Yeah, looks like a bot job to me. I figured they were drawn by humans. You're celebrating too? No, thanks anyway. I'm in a hurry. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, столь привычный нам с рождения. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия. Благодаря моему открытию нейрополимеров и процесса мини-электрической адаптации стало возможно воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети коллектив 2.0. Сеть, в которую будут объединены люди и роботы. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить себя высокой науке. Товарищ майор, проходите в холл высоты. Ваш друг. Представляю вам устройство будущего. Нейронный коннектор «Мысль», посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть – это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ ко всем знаниям человечества и, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные электронные записные книжки и прочее. Мысль заменит вам все это и многое другое. Ваши возможности станут поистине безграничными. Изучить иностранный язык за одну минуту, выучить матовую физику за сутки, знать наизусть все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле своего виска. Для совмещения нейроконнектора с вашим головным мозгом вам потребуется лишь небольшая инъекция нейрополимера, которую вы можете сделать на ближайшем пункте полимеризации. Именно там вам выдадут мысль. 5 минут.
Всего 5 минут, и вы человек будущего. Товарищ, пройди полимеризацию вместе со всеми согражданами Великого Советского Союза. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, на тюрлях. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Глобальный запуск сети коллектива 2.0 состоится 13 июня 1955 года. Осталось 2 дня. Надень мысль сейчас. Издань Homo Futurum в числе первых. Пришло время перейти в будущее. Other than an electronic glove that never shuts up. Got it. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. На связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину.
Sure, it's a solid machine. Can't stop progress, though. They're turning out new models daily now. This one's a gas guzzler. Got that right. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысль. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ. Можно же просто музыку. Другое дело. И на все деньги купил.